И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давно я хотел попробовать именно риг сделать для вот этих тачек, для Маккуина, там еще много их. Посмотреть, как у него тут будет открываться, значит, рот, что можно сделать с фарами. Настроить, опять же, накручение колеса. И вот сделать вот эти вот, как у него, брови типа, да. Ну, давайте посмотрим, как все это дело будет выглядеть. Так, тройка на нампаде. Добавляем, значит, модификатор Screencast Key, чтобы видели, что я буду нажимать. Теперь Shift-A, сочетание клавиш, арматура Single Bond. Ставим, опять же, это дело Viaport Display in Front. Заходим в Edit Mode. Это, значит, будет G, Root кость. Давайте ее поставим где-нибудь под низ. Так, теперь что можно сделать? Нам понадобится, значит, колеса, чтобы поворачивались, да? Значит, вытаскиваем Е. Одна, значит, будет кость. Вот так. Это будет, значит, так, подставляем ее. Отделяем Alt-P, Clear Parent. Теперь, значит, G, подставляем ее к нашему колесу, тройка на нампаде. Так, единица на нампаде, находим, где у нас находится это колесо. Так, потом подправим. Теперь с этого, значит, с этой косточки E вытаскиваем еще одну кость. Alt-P, Clear Parent, вытаскиваем ее вперед. Семерка на нампаде. Это значит Shift-D. Дублируем. Ставим ее посередине. Это будет кость-управляшка. И теперь получается вот эту косточку вяжем к этой. Через Shift, Ctrl-P, Keep Offset. Так. Тройка на нампаде. Так, это будет root кость. Значит Shift-D. Еще одна будет отвечать у нас за корпус. Корпус вяжем к root кости, Ctrl-P, Keep Offset. Значит, теперь колеса вяжем. Так, можно, так, давайте к root кости, Ctrl-P, Keep Offset. Теперь вот эту косточку. Так, ну заднее колесо не надо кость добавлять. Нам нужно только на перед кости добавить. Теперь. Так, тройка на нампаде. Вытаскиваем косточку E. Alt-P, Clear Parent, G. Вытаскиваем ее вперед. Делаем S. Делаем Ctrl-E. Английская H. Скрываем пока то, что нам будет мешать. Косточки, да? Теперь выбираем вот эту кость, подгоняем ее, значит, к верхней губе. Вот где-то тут, да? Так, тройка на нампаде. Давайте сделаем ей еще S побольше. Так, теперь Shift-D. Опускаем ее вниз. Вот так. Надеюсь, они тут не спаяются. Рот вроде бы может получится открыть. Shift-D. Тут что хорошо, что все ровненько, да? Бампер-то он не то, что рот у персонажа. Shift-D. Одну ставим посередине нашей вот этого рта. Так, и теперь, значит, что можно сделать? G. Какие-то кости чуть повыше. Shift-D. 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 Дублируем, подставляем. Так, теперь что у нас получается? Нам нужно вот эти вот все кости. Так, вот эти вот нижние. Можно и верхнюю тоже выбрать. Привязать к root кости. Но сначала давайте мы их отдублируем. Единицы на нампаде. Мы их просто выберем все. Так, за исключением те, которые посередине нам не понадобятся, делаем Shift-D, Mira X Global и, значит, перетянем их на эту сторону.
Так, есть такое дело. Теперь Alt-H, возвращаем все кости. Выбираем наши вот эти косточки, значит, нижние. Можно выбрать C и нажимать, значит, нашу вот эту вот кисточку, чтобы быстрее выбирались. Правая кнопка мыши снимает выделение. C опять можно вот раз выбрать. Так, это все вяжем к нижней кости. Ctrl-P, Keep Offset. В принципе, у нас весь рот должен вязаться к нижней кости. Да, все кости выбираем, потому что у нас нет верхней челюсти, нижней, будет только открываться рот, чтобы бампер тут не ломался, да? Тогда это все дело, опять же, крут кости, Ctrl-P, Keep Offset. Так, выбираем наши вот эти кости. Семерка на нампаде, делаем Shift-D. Правая кнопка мыши Mirror. Или, смотрите, сейчас что сделаем, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Выбираем вот эти косточки. Зайдем в арматуру, найдем, значит, name. Name, LED, RIG, лево-право. Вот мы ее нажимаем, переименовали. И теперь Mirror. А ну-ка, так, Ctrl-Z. Семерка на numpad. Делаем Shift-D. А, пардоньте. Ctrl-Z. На асимметрию нажать. Все, симметрия. Так, проверяем. Тут нету других костей? Нету. Так, все, симметрия включена, потому что наименование лево-право. Теперь она знает, как отзеркаливать. Так, ну, в принципе, и все. Что тут можно? Ничего тут такого, значит, серьезного не бывает, да? Так. Нормальненько так. Так, если выберем вот эти кости, можем их на задние продублировать потом. Ну, в принципе, мы сделаем зеркалку, значит, копирование вот этого вот передних кручения. Вот и все. Так, заходим. Находим нашего Маквина, выбираем кости, заходим в пост. Так, заходим в постмод, выбираем косточку корпуса, Ctrl-P. Это будет Bone. Теперь выбираем, что мы можем выбрать. А, подождите, тут такая штука не прокатит. Значит, нам нужно выбрать вот этого персонажа. Угу. Тогда выбираем кости, заходим в Edit Mode. И вот эту кость, Root кость, опускаем прямо еще ниже. Можем ее выше поднять. Вот так, чтобы она не связалась с нашей, значит, косточкой вот этой. Так, теперь выбираем Маквина, это в Object Mode, и выбираем вот эту кость. Делаем Ctrl-P, White Automatic Widget. Почему? Опа. И вот матюкается, потому что у нас тут сеткой что-то. Заходим в Edit Mode, находим Mesh, находим Clean Up, находим, значит, Limit the Soul. Так, английская А. Выберем его. И, значит, опять же, Mesh. Так, Clear Up и... Merge by Distance. 2372 вертикса нашел, значит, наш этот аппарат. Теперь Ctrl-P, White Automatic Widget. Все еще матюкается. Повторяем эту штуку. Заходим опять же в Edit Mode. Так, что у нас тут? Ну, вот, в принципе, ничего такого не должно. Merge by distance 0.
Проверяем Ctrl-P. White автоматику и все равно матюкается. Так, а матюкается он еще из-за чего? Если сейчас мы выберем нашего вот этого гражданина. Так, а ну-ка, кости выбираем, заходим в постмод и проверим, привязались ли наши кости. Он бывает матюкается. Не, видите, кость отвязана. Это не есть хорошо. Ну, тогда попробуем поменять ему, значит, сетку. Decimate. Ставим рентген. И чуть-чуть ее испортим. Apply. Зайдем опять же в Edit Mode. Опять же найдем Mesh. Найдем Clear Up. Merge by Distance. В принципе, все нормально должно быть. А ну-ка. Выбираем нашего Маквина. Выбираем наши кости. Ctrl-P. White Automatic Widget. Все привязалось. Проблемы бывают такие с сеткой, что где-то там наложились эти полигоны, вертексы, где-то два близко друг к другу. Ну, такая вот штука. Так, выбираем наши кости, проверяем. Так, это постмод. Так, это значит G. Так, вот у нас опять тут кака. Так, ну нижние открываются, в принципе, что? Ага. А, Alt-G, Alt-R, Alt-S. Так, возвращаем все на место. Теперь что сделаем? Object Mode. Выберем наши кости. Зайдем в Edit Mode. Выберем рот и заведем глубже в нашего персонажа. В принципе, они были хорошо заведены. Угу. Так, перевяжем нашего Маквина. Ctrl-P. White Automatic Widget. Так, тройка на нампаде. Теперь что у нас? Нужно выбрать колесо, выбрать кости, зайти в постмод и вот эту косточку сделать Ctrl-P Bon. Так. То же самое делаем с этими, с этим колесом. Так, PostMod, Ctrl-P, Bon. Теперь выбираем нашу косточку, кости, и заходим в PostMod. Будем настраивать, значит, вот эту кость, вот эту, на эту. Ctrl-Shift-C, сочетание клавиш, делаем Track To. Заходим, значит, в настройки кости, и меняем Y-Z, ставим. Так, вот здесь нужно будет отделить вот эту какую-то каку. Так, почему случилась такая нехорошая штука? Колеса отсоединены. Они привязались, значит, к нашему Маквину. Вот это не есть good. Так. Выбираем наши колеса. Так, лучше тогда давайте выберем нашего Маквина. Так, выберем наши колеса Alt-P Clear Parent. Alt-P Clear Parent. Тогда что-то там... А, это стекло. Так, так, так. Теперь получается, что... Заходим в Edit Mode. Выбираем косточку нашего корпуса, уведем ее назад. Тогда площадку положим вниз, root кость. Зайдем в Object Mode,
выберем нашего Маквина, уведем назад к этой косточке. Так, тогда не катит, у нас рот остается, да? Ладно, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Сейчас сделаем по-другому. Так, тройка на нампаде. Так, все-таки площадку, наверное, положим. Эту кость поднимем кверху. Так, эти кости тоже поднимем кверху. Смотрим, чтобы они попали именно точно, как и стояли. Так, это есть такое дело, да? Так, вот теперь пробуем Object Mode, выбираем нашего Маквина. Выбираем кости, делаем Ctrl-P, White Automatic Widget. Опять он матюкается. Угу. Что ж ты матюкаешься? Ctrl-P. Bonehead опять. Заходим в Edit Mode. Смотрим, что у нас там. Так. Mesh. Так, так, так. Clear. Mesh by Distance. Все равно матюкается, да? Ну, давайте еще раз децимейтнем. File Apply. Выберем наши кости. Ctrl-P. Все, привязался. Так. Теперь выбираем наши колеса. А, нет. Давайте теперь выберем кости. Зайдем в Object, так, в Post Mode. Выберем косточки и сделаем ориентир. Ctrl, так, Ctrl-Shift-C, Track to, Y-Z. Вот у нас что-то там цепануло, да? Но уже не так катастрофично. Так, эту косточку на эту, Ctrl-Shift-C, Track to, Y-Z. Вот эти трубы все попривязались, стойки. Ну ничего, мы с ними тоже совладаем. Так, теперь проверяем. Все, косточки работают, Ctrl-Z. Ctrl-Z, Track to, все настроено так. Заходим теперь в Object Mode, выбираем наше колесо, выбираем косточку, заходим в Post Mode, выбираем нашу косточку, Ctrl-P, это будет Bone. Следом Object Mode, другое колесо. Есть такое дело. Угу. Выбираем теперь наш вот эти кости Rig. Заходим в Post Mode. Тройка на нампаде. Выбираем нашего Маквина кость. Ага. Ctrl-Z. Идем в Edit Mode. Выбираем наши кости рта и вяжем к нашей машине. Ctrl-P. Keep Offset. Что-то тут трубы шевелятся. Так, теперь Post Mode. Опускаем нашего Маквина. Ну вот у нас тут осталось еще вот это крыло.
Непонятно, с какой фигней она тут еще, да? А, решетка. Какие-то гайки. Ну, заходим, значит, теперь. Угу. Попробуем по новой. Так, перевяжем Ctrl-P. White Automatic Widget. Не помогает, да? Угу. Ладно, заходим. Выбираем L английское. Все это дело, значит, выберем. Угу. Вот они все клепки. Все подлетало. Так, жмем P Selection, отсоединяем. Теперь у нас получается, если проблемы будут с трубами, то придется и трубы отсоединять. Так, вот эти вот передние не знаю. Так. Alt P Clear Parent. Все это дело выбираем. И опускаем до нашего авто. О, гайка потерялась. Так, и теперь выбираем наш автомобиль. Делаем Ctrl-P и делаем Object Keep Transform. Заходим, проверяем. Так, это что у нас? Pose Mode. Выбираем нашу косточку. Так, так, так. Конючит. Ничего, не проблема. Выбираем вот так вот. О, мы ее к кости сейчас привяжем, да и все. Ага, тогда машина будет шевелиться. Ну да, она будет все при ней. Посмотрим, к этой кости-то вяжем. Ctrl-P. Бом. Так, все нормально, все зашибись. Теперь. Угу. Колеса выбираем. И вяжем к корпусу, да? Ctrl-P. Object Keep Transform. А ну-ка. Вот эти вот еще гайки тут какие-то надо собирать. Выбираем нашу кость, заходим в Pose Mode. Так, root кость. Колеса не привязались. Угу. Значит, так, заходим в Edit Mode. Вот эти кости выбираем и на главную Ctrl-P, как они привязаны. Что-то машина какая-то конючная. Так, ладно. Так, так, так. Если колеса привязаны к костям, кости привязаны вот этой штуки, задние будут повторять, ну тогда на так
Выбираем вот эту кость. А ну-ка, PostMod, Ctrl-P, Object Keep Transform. Ctrl-P, Object Keep Transform, хотя бы так. Так, и эти кости, колеса, да? Так, ну еще тогда тест. А ну-ка, кости выбираем. PostMod. Что такое? Почему? О! Что, отвязались? Трек трусил. Выбираем, значит, а ну-ка, PostMod, кость. Ctrl-P, Bone. Отвязались косточки, значит, у нас теперь получается, что нужно вот эти колеса привязать к площадке, да? Ctrl-P, Bone. Так, нормально. Теперь что у нас? Что у нас теперь не так? Так, выбираем наш риг, PostMod. Так, все движется, за исключением лобового стекла. Лобовое стекло отделено для чего? Смотрите. Так, вот еще какие-то причиндалы. Так, Edit Mod. А, вот они. Так, L. Нажму Delete Vertex, чтобы они уже глаза не мозолили. Так, заходим в Object Mode, выбираем наше стекло. И делаем ему Shift-D, дубликат. Заходим в Edit Mode и смотрим, что у нас тут по сетке. Так. Вот такая сетка. И нам нужно вот эту вот нижнюю часть отделить. Делаем Delete. Вертексы. Ага. Ctrl-Z. Фейсы. О, фейсы пойдут, полигоны. Так, теперь. Выбираем, что у нас тут по цвету. Так, вот эти, значит, верхняя часть. Добавляем ей материал и выбираем какой-нибудь красный, да? Так, почему не назначилось? Так, это пусть будет белая, да? Минуса, тогда new. Попробуем красный поставить, да? Заходим в шейдинги, надо найти эту штуку и поставить ей блестючку, да? Спекуляр, roughness прибавляем. Так, что у нас тут с металлом? Ну, будет другой отделяться, лучше. А ну-ка. Это текстура, если есть текстура, можно текстурку подогнать.
поставить. Открываем Open, находим текстуры. Вот она. Ага, находим UV. Английская А. Ну, все вроде бы подошло. Вроде бы подошло. Так, а ну-ка. А, далеко она, значит, от стекла. Вот это для чего я отделил, чтобы можно было веки делать. Да? Тогда получается здесь уже шипкеями можно. Или косточки тоже поставлять и двигать их вверх-вниз. Ну, шипкеями, думаю, будет более правильно. Так, вот на это лобовое. Давайте зайдем, добавим это. Ну, глаза-то лучше, конечно, отдельно добавлять. Еще кости на глаза кинуть. Так, имеешь текстур. Ну, вот глаза появились, но вы видите, что одну часть нужно вот эту перекрасить. Значит, заходим в текстуры Paint. Так, а так не получится, да? Желательно глаза потом отдельно сделать, да. Пускай лучше будет белое стекло. Так, и вот это все дело тогда вяжем, значит, вот эту стекло и вот эту нашу часть к машине, делаем Ctrl-P, Object. А ну-ка, проверяем. Если, значит, будет у нас двигаться машина, не хочет обжиковаться к ней. Гля, вот дает. Так, как же тебя тогда обыграть, а? Не хочет она что-то прилепляться. Ну, тогда можно сделать вот так вот, да? Postmod и вот к этой косточке Ctrl-P, Bone. Ну и веки тоже тогда. Ctrl-P, Bone. Все, с этим вроде бы налажено. Теперь. Так, это смотрит вот этому колесу. Ставим ротацию, значит, привязываем все колеса Set Origin 3D геометрии. Так, теперь на первое колесо ставим фреймы. Не хочу. Ну, можно было вот этот, вот эту машину можно было добавить к тому ригу, что я в прошлых роликах делал. Ну, в принципе, оно не нужно. Здесь можно и фреймами сделать, и будет все нормально. Так, Ctrl-Z. Вот это у нас, значит, вот они. Так, 0. Так. Эти блокируем, а здесь печатаем на английском. Решетка, фрейм. Укосина. Палка такая в это. Вправо наклон. И ставим сколько? Ну давайте 40. Ну вот колесо будет потихоньку крутиться, все нормально. Так, здесь тогда тоже ставим решетка, фрейм, укосина 40.
Ну, два колеса крутятся. Так, значит, эти блокируем YZ. Так, а вот эти колеса, значит, выбираем. Constrain. Copy Rotation. Вот этого колеса. Вот теперь будет нормально. А вот этого поставим Constraint Copy Rotation на вот это колесо. Можно к одному это все, конечно, сторопить. Ну, пойдет. Так, теперь проверяем, насколько у нас колеса-то будут поворачиваться. Так, у нас теперь будут и задние крутиться. Классно, конечно, но тогда отменяем все это дело. Заходим в Object Mode. Пусть они все тогда... Это если по прямой, там на мотоцикле еще пойдет. Значит, просто делаем опять же такую же штуку. Решетка, фрейм. Везде ставим одинаково, чтобы было там 40 и там 40. Так, тут тоже ставим решетка. Так, все, вот, если вы будете потом менять, можно ставить, значит, 20, 30, 5, они еще быстрее будут крутиться. Чем ниже будете опускаться, тем быстрее они будут крутиться. Значит, так, проверяем у нас что. Осмод, значит, колеса крутятся. О, все, он будет дрифтовать. Так, что у нас теперь? Root кость. Опа-на, Ctrl-Z. Вот косяк в чем, значит, а ну-ка. Ctrl-Z. Выбираем передний и перевязываем, значит, Edit Mode. Вот эту кость привяжем к нашей центральной. Ctrl-P и Offset. Заходим в Pose Mode. Так, выбираем нашу эту косточку. Так, все движется. А тут что забыто? А, этот. Колодка. Не вопрос, потом найдем ее. Так, теперь что у нас? Рот. Как у нас будет действовать рот? Так, вот он будет открываться. Но главное, чтобы он низко не опускался, значит, до земли. В принципе, если будет он разговаривать, он так сильно не будет открывать. А если верхний будет, вот так, вот эту боковую не будем выбирать. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, а вот эти только выберем, допустим, и... Ну, все нормально. Бампер живой, все такое будет. Нормально, болтать будет. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Тут единственное, что где фары, если у него нужно будет делать анимацию фар, вот этих, то здесь можно шипкеями, чтобы уже тут кости не ломать, тем более фара тут чуть-чуть подправить, где-то шипкеи хорошо поведут себя. Так, что у нас? Так, ага, едет, но повыше поднимем корпус. Так, корпус, чтобы можно было им, значит, руководить. Так, 9. Так, что у нас тут? Y. О, по Y, да? Ctrl-Z. Значит, все остальные ротации ему... А, пардоньте, еще ж... Так, по Y, по X. Ну да, Ctrl-Z, по X тоже нужно оставить. И получается, будем, если R, чтобы вот можно было
поднимать, значит, наш корпус, где-то, возможно, его R там наклонять при, как при заносе. Вот пускай так и будет, да? Так, тройка на нампаде. Это все, значит, прописываем на каком, на первом кадре. Всегда вот если будете делать риг, там еще что-то, вот, когда он готов, делайте так, английское А и, допустим, лок рот. Все, прописали, а анимацию можно начинать с третьего, с пятого, но у вас уже будет не сбитый такой персонаж. Так, теперь рихту нужно его поднастроить, правильно, а тут костей-то мало. Выбираем, значит, root кость, крит. Ух ты, все выбрал, да? Ctrl-Z, Ctrl-Z. Нижнюю только косточку на root. На scale ее. Назначаем, значит, какой-нибудь цвет. Ну, пусть будет красный. Хотя красный не подходит. Тут все так красное будет. Так, корпус. Так, так, так. Корпус мы поставим на какой-нибудь. Давайте циркл. Ну, в принципе, можно так ее. Так, желтый пусть будет. Так, теперь здесь у нас будут стрелки. Так, стрелкам ставим 90. Так, 0 по иксу 90. Значит, по Z. Так, назначаем им тоже какой-нибудь цвет. Пусть будет синий. Так. Ну, а вот это главное, пусть будет у нас двойная стрелка, да? Угу. Ну, пусть тоже будет желтая, допустим. Так, ну все, в принципе, все настроено. Можно вот этим костям еще что поставить? Диски, да? Ну и сделать Кайл, допустим, раз там. Так, назначим какой-нибудь цвет им. Ну пусть будет зеленый. Так, ну все, в принципе, с этим делом вот рот еще остался, да? Здесь попроще будет, значит, выбираем вот эти верхние кости. Это будет у нас, значит, кубы. Так, а это будут сферы. Так, теперь нужно настроить вот эту штуку. Это можно прописать каким образом, да? Выбираем ее. Так, где она тут? Ага, выбралась. Если добавить Shift Key, допустим, вот раз. Так, а Shift Key, наверное, будет плоховато это все дело.
Ну, попробуем. Значит, зайдем в Edit Mode. И, значит, все это транспозом. Так. Вот ориентир тут неинтересный, да? Так, смотрим, что получится, если мы сейчас выберем вершины, выберем вот эти все Shift-Alt. Плохо, что здесь нельзя как в ZBrush, значит, крутить, да? Ну и G, вот так вот поднимем. Тут же до конца сильно не надо. Сделаем S. Раз там и уменьшим, допустим. Все это дело прописалось. Так. Теперь добавим еще. Так, 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 сейчас. Заходим в Object Mode. Это можно прописать. Значит, на первом кадре в минуса убираем, прописываем. На 10-м, допустим, там регулируем сами эмоции. Пропишем, да? Теперь, значит, добавим еще один Shift Key и зайдем теперь в Edit Mode. Выберем, значит, какие-нибудь вершины вот эти. Да, тут бы еще б стенку добавить. Ну, на, так пойдет. Так, смотрим, если мы сейчас все это G будем поднимать, уводить кверху. Ну, в принципе, что, получается, да? Так, G. Это значит чуть вот так. И, допустим, ему нужно закрыть глаз, да? Угу. Так, ну смотрим, что получится. Так, это у нас, значит, прописка. Что тут у нас? Ага. Так, это значит, у нас тут два шипки. Так, эмоции. Тут можно еще зеркально как-то сделать. Так, не понял, почему он не хочет до конца. Ну-ка, G. Ctrl-Z. А, тогда нужно на этом шипке все это дело убрать. Во. Ну, прикольно получается. В принципе, можно и на кости такую же штуку замутить. Ну, вот такая получается эмоциональность, да? Там где-то больше, меньше, где-то прописывать по-иному. Надо посмотреть, какие у него эмоции. Глаза добавить сюда, можно кость, на кости глаза посадить или просто их двигать, а не кругляшки. Просто прописывать их тоже в локации. Ну, вот такая получилась штукенция, да? Смотрим.
Ну да, тут я вот с этим делом, конечно, переборщил, наверное. Так, вот так оставим, пропишем. А на другом шипке кверху, вот видите, можно кверху, допустим, раз там подбавить его. Так, ну то же самое можно, значит, с фарами делать. Добавлять шипки, где-то тут что-то их натягивать, где-то как-то, чтобы... Уже надо, значит, посмотреть или мультфильм, или посмотреть на картинках, какая у него эмоциональность, чтобы уже это дело подгадать. Ну вот это все, значит, можно сделать две отдельные шторки. Ну вот тогда будет еще прикольнее. Ну, тогда уже можно на кости их сажать. Так, ну что у нас тут? Угу. Ну и в ноля. Все прикольно, все хорошо. Вот такая штука. Так, еще давайте затестим вот эти вот косточки рта. Посмотр. Ну, вот такая штукенция, да? Ну, небольшой такой у него тут натяг, так что можно, чтобы он тут разговаривал, вот как раз у него фара будет тут нормально так двигаться. Если вам нужно сделать, чтобы, значит, фары не двигались, то придется добавлять еще косточки. Так, то придется сюда вот на... нашего персонажа. Давайте посмотрим в Edit Mode. Так. Выбираем вот эту штуку. Семерка на NumPad. Значит, E. Вытягиваем косточку. Делаем Alt-P Clear Parent. Вытягиваем ее вперед. И ставим ее под бампер. Вот под этот бампер. Так. Ну, в принципе, нормально, вот, чтобы она крыло держала и нижнюю вот эту часть. Прописал, значит, как она называется, беса, да? Так, вяжем все это. Ну, вот это уже нужно вязать к машине. Ctrl-P, тип offset. Так, теперь делаем вот эту симметрию. Не работает, да? Тогда Mirror X Global. О. Shift-D, Mirror X Global. Так, и значит нам понадобится еще тройка на NumPad, значит E. Alt-P, Clear Parent, и это уже у нас будет, допустим, вот эта часть. Так, G. Вот где у нас фары. Это значит G. Опускаем вот до самой фары ее. Так. И вяжем опять же к нашей машине. Ctrl-P. Так. Теперь эту делаем Shift-D. Дублируем. Mirror X Global. Опять же подставляем к нашей фаре на другой стороне. Вот таким вот образом. Так. Заходим в Object Mode. Все это дело перепрописываем. Ctrl-P, White Automatic Widget. Теперь заходим, значит, куда мы, Post Mode. Вот это все дело, если мы не будем им работать, чтобы глаз не мозолило, это пусть будут финджеры. Ну и, допустим, пусть зеленые будут.
Так, теперь смотрите, если мы будем открывать наш фейс лица рот, то у нас там не будет тянуться. Вот видите, у нас теперь работает только капот. И все. И нормальный может получиться разговор. Допустим, вот раз. R. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, а эти косточки нам помогут, если, допустим, нам нужно работать фарой. Там какую-то часть чуть-чуть пошевелить. Вот. Там в бок что-то отвести. Вот она будет. Если она работать не будет по эмоциям, ну, пусть просто ее можно скрыть тогда. Так, вот такая у нас получилась, значит, настройка вот этого Маккуина. Так, по колесам еще сейчас. Выбираем колеса, заходим на итем, и здесь у нас просто нужно нажать и поменять, допустим, на 5. Ну вот, скорость уже больше, видите? Так, а если поменять на 0.3, ох, тут вообще дергание, мама, не горуй. Так, ну давайте вот 10, да? Десятка нормально, и V вектор. Ну и тут тоже тогда 10. Так, если нужно еще быстрее, а ну-ка, что может дать нам? А ну-ка, Ctrl-Z. Так, поставим, давайте 6. Set Origin 3D Geometry to Mass. О, поровнее стал ехать. Так, это что у нас тут? А ну-ка, если поставим где-то так 3. Во! На троечке вообще прикольно. Так, и тут тогда тройка. Так, эти теперь тоже по массе, значит, привяжем. И поменяем тоже на троечку. Так, теперь вот это колесо тоже меняем на троечку. И, кстати, сейчас посмотрим, если можно, наверное, можно, да, писать ее. Так, где у нас тут получается ротация, локация, резолюция. Вот она. Да, так, в принципе, а ну-ка, если мы сейчас... А ну-ка, это прописываем... Прописываем, значит, и она на драйвере не хочет прописываться, да? Угу. Ну, значит, драйвер можно регулировать просто по скорости. Если он только будет выезжать где-то, то тогда скорость ставить на 50, на 60 вращения. Если он уже будет в гонке участвовать, ну тогда вот побыстрее. Нормально. Так, опять же, что у него тут по колесам? Пропишем, значит, это что у нас? Первый кадр. Вот сейчас вот выбираем, значит, тройка рут кость. И куда-нибудь его вот сюда поставим. Прописываем и лок рут. 0 на нампаде. Так, вот у него колодки не привязаны.
И нужно вернуть на первый кадр. Выбираем нашу камеру, делаем Shift F. Так. Shift F в Object Mode. 0 на numpad. Shift F погуляем. Сейчас привяжем, значит, к нашему McQueen нашу вот эту камеру. Выбираем нашего McQueen, делаем Ctrl-P. Object. Так, не хочет что-то он объектом к этой модели вязаться. Так, а ну-ка. Камера. Ctrl-P. Object Tip Transform. Ну, о, все, привязался. Ну, вот можно снимать гонки, да? Там, допустим, на каком-то кадре он сейчас будет за нос уходить. О, не туда нажал. Так, постмод. Вот так, да? И площадку вот эту, значит, R. А ну-ка, семерка на numpad. Так, Ctrl-Z. Так, площадка у нас, да, должна крутиться, допустим, раз. И колеса, значит, тоже на заворот. А, и локрот. Так, одну покадровку тогда удаляем. 0 на numpad. Вот он на занос идет, да? Типа как дрифтит. Пошел. В принципе, все прикольно. Так, если кому-то эта модель нужна будет, да, с ригом, значит, будет в группе для скачивания. Так, ну на этом все. Все, всем пока, до свидания. Вот попробовал, значит, получается. Значит, все, рабочая система. Все будет хорошо с остальными моделями.